Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать, как поменять тыльник на прикладе на примере своего Vipra 308 Win. Например, в случае, если у вас короткий приклад и вы хотите его нарастить с помощью резинового тыльника. Но возникает вопрос, как же его снять? На самом деле, сделать это достаточно просто. Для этого нам понадобится обычная плоская отвертка. Вот в этих двух местах спрятаны два болта. Вставляем отвертку и откручиваем эти болты. И также второй. Вот такой резиновый тыльник можно приобрести либо в охотничьем магазине, либо через интернет-магазин заказать. Также можно воспользоваться и подручными средствами. С эстетической точки зрения это будет выглядеть не очень красиво. Но на первое время можно попробовать и так. Для этого можно взять куски линолеума старого, ненужного, и вырезать по шаблону этого тыльника несколько вот таких вот слоев. И сюда вот их вот прикладываешь и прикручиваешь тыльник. И это будет выглядеть примерно вот так вот. Длина заводских болтов позволяет увеличить толщину примерно на сантиметр. Если нужна большая длина, то покупаем в магазине готовый тыльник, ну или берем большую длину болтов.